Все, ты мне не нужен, я обиделся на тебя, я пишу админам. Надеюсь, я... Сука! Дом, блядь, мир... Ты придурок, больной! В принципе, вы сами все видите, он уже так давно сидит, вот. Да, я его нашел, добавил, звоним, друзья мои, звоним. Все. Алло. А меня слышно? Алло. Да, слышно. Алло. Алло. А, слышно, да? Просто что-то у меня скайп тормозит, я не знаю. Да, слышно. Ты ч... Слушай, ты, да? Вадима 199, да? Да, 1000. А, ну 1000, да. Ну я маленько это говорю. Тупанутый я маленько. Да я знаю. Слушай, ну вот ты не против, если у меня только ни хрена нет с собой. У меня вот алмазный шлем, нагрудник. Ну ладно, давай, ты пыхайся. Так, твой ник, Вадим. Ага, ладно, сейчас как там, кол, да? Да, кол. Какашка. При чем здесь какашка? Ну какашка, кал. А, прикольно. Все, я написал. Вот, я здесь. Слушай, а ты... Я тебя не вижу. Ты что, админ? Ты что несешь? Вот я стою. Дурак, что ли? Я тебя не вижу, ты админ. Подожди, наверное, прогрузит. О, вот, здорово. Извини. Ты грифер, что ли? Не. Просто, вообще, говорят, на этом сервере много гриферов. И... Да не, я не грифер. А ты... Я вообще ненавижу гриферов, я их всех трахаю. Слушай, а ты часто так людей зовешь к себе жить? Да, у меня тут уже человек 5 живет. Кстати, короче, у меня такой, короче, чит есть, да, на сторону алмазов. Короче, если вот встать вот сюда, да, вот на алмазик, иди сюда. Подожди. Да ты куда пошел, долбоёб? Да. Ты чё обзываешься-то? Мы только играть... Да ты потому что пидорас, иди сюда, встань сюда, блядь. Ты не обзывайся и... Вот сюда, блядь, встань, пидорас. Понял? Короче, есть чит такой, что если встанешь сюда... Ты попадешь в мир, где одни алмазы сыпятся с неба. Да я тебе не верю. Ну хотя, знаешь, у тебя... Да я, знаешь, я не видел что-то на ютубе таких видеороликов. Что ты заливаешь-то? Ну давай я тебе сейчас покажу. Погоди, стой! Стой, не бей меня! У меня тоже есть меч! Сейчас убью тебя! Ебать, у тебя меч! Это... слышь, хорош! Да хорош! Сука! Ты что делаешь? Ты дебил или что? Сучара! Бля, бомжара ебаная! Слышь, верни вещи, баран! Иди нахуй, блевотина! Вещи верни, олень тупорылый! Пошел нахуй! Ты охренел, что ли? Ты можешь иди вещи вернуть? Нахуй! Слышь, я сейчас админу напишу, вещи верни! Напиши этим долбоебам, сука, ебаным! Кто ко мне в дом пришел, пидор какой-то? Я пришел, вещи мои верни! Ты охренел, вещи верни, тварь поганая! Охренел, блядь, сука! Вещи верни! Ты охренел или что, я не понимаю? Нахуй! Ты грифер! Да пошел ты! Я сейчас всем здесь напишу, что ты погоди, сейчас. Да иди нахуй, сука! Пошел ты, как твой ник? Пиздюк 222! Хотя не буду я ничего писать. Иди нахуй, блядь! Пидор ебаный. Сейчас я напишу, понятно всем? Да иди нахуй, сука! Заткнись! Ебало закрыл! В один день. Иди нахуй! Да ты пидрила, а понял? Ты че меня убил, Да потому что ты долбоёб, я очищаю Майнкрафт от таких долбоёбов, как ты понимаешь? Я чистильщик, я мистер Пропер, сука. Подожди, давай разберем ситуацию, ты же меня добавил в друзья, правильно сейчас? Ну? Чтобы убить, блядь! Зачем? Да потому что ты, ну... Я не понимаю, зачем... Дома нету, ты бог. Зачем ты гриферил, зачем ты меня загриферил? Потому вот, что мне нужны ресы. Отдай мои ресы, вот отдай, не будь человеком. Будь человеком, да погоди, не убивай, мы даже с тобой не поговорили, я сейчас сброшу скайп, ты понимаешь? Ой, да бросай ты куда хочешь, нахуй. Я сейчас сброшу. Иди нахуй. Хотя, ну погоди, да верни ты ресурсы. Да пизди ты, пиздуй ты отсюда, блядь. А хотя, ладно. А вот пропиши китстар, кит бонус там. Иди сюда, ты пойди. Я не могу китстар прописать. А бонус? Бонус пропиши. В приват пиши меня. Бонус пропиши. Какой бонус? Кит бонус. Сейчас пропишу, погоди. Отдай ресы мои, сука! Да на, ресы отдай! Ладно, о, держи. Все, давай, там...
Кейт бонус пропиши. Зачем ты мне два изума? У тебя еще были там мои. Кейт бонус пропиши, я тебе отдам стак. Ты баран, ничего я не буду прописывать. Да иди нахуй ты, это педрина. Подожди, ебаная бомжара. Да погоди, если я пропишу, отдашь? Да. Не врешь, отвечаешь? Не вру, отвечаю. Все, я у тебя дома. Давай, пиши. Давай. Кит. Бо. Нос. Что-то не работает. Видишь? Отдай ресурсы мои. Ресурсы, все. Нахуй. Все. Я админом пишу, слышишь ты? Я админом пишу. Иди ты нахуй. Все. Я пошел пишу админ. Ты. Давай так. Если сейчас ресурсы не дашь, я пишу админом и все, тебя банят. Да пошел ты нахуй. Сука ты ебаная, блядь. Малолетний сосунок. Не, все, тебя это сейчас. Я админ уже написал. Все. Сука, своим обоссанным. Вот, я на втором этаже стою. Я вот всех в анальчик трахал, ты понимаешь? Я на втором этаже стою. Хули у меня сундуки открываются. Эй, что за хуйня? Бля! Сука! Не! Блядь, алмазная! Сука! Че, не умеешь? Места нету! Нет, не. Че у тебя происходит? Я просто. Ты сука, гандон! Я админу написал! Ха! Пинпеда! И чё? Сука, а приш... блядь! Я сейчас... Блядь, сука, ебаная! Ты плачешь, что ли? Ты только сейчас ты такой... Ты нахуй, сука! Ты верни! Резко ты только... А, да я не брал, придурок! Я обманул, я не стою у тебя! Ну ты пидор, я блядь! Нас... Слушай! Ебаный, я тебя ванальчик трах! Ну а мне админ сказал, что у тебя голова моя, две, вот тут вот. Четыре! Сука! Чё происходит? Да ой! Пидор ты! Ой, лагает! Ой, лол, ой, блядь, лагает! Ты, ай, ты, лагает! Да не ори, придурок, у меня лагает! Чё это за хуйня? Блядь, я... Да. Давай я домой прибегу, может тебе помочь? Иди нахуй! Ты придурок? Сука! Помоги, я тебе могу помочь, баран! Ну помоги, блядь! Но если ты мне только ресы вернёшь. Все, я у тебя дома, слушай. Что происходит здесь? Вот, о, блядь, это ты сделал. Ты придурок, как я это сделаю? Ты, да не бей, я тебе хочу помочь. Как тебе помочь? Давай, что у тебя случилось? Трахни себя, блядь, через анальчик в рот, блядь. Ты тупой или что, я не понимаю. Нахуй, сука. Все, я не знаю, я пишу админу. Да пиши ты кому хочешь, я всех в анальчик трахаю. Я сейчас запишу админу все и... Скину тебя со скайпа, и не знаю. Да нахуй со своим скайпом, ебать. Все, мне сейчас сказали, что через 10 секунд у тебя весь первый этаж исчезнет. Да иди ты нахуй. Блять, как исчезнет-то, ебаный ты в рот. Не знаю, просто... Да ничего не исчезнет, блять. Ну... Я тебе отвечаю, ебаный. Спорим? Отвечаешь. Спорим, считай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. На! Ну чё, исчезла? Соси, блядь! Исчезла? Нет, соси! Как не исчезла? Ты дебил, что ли, чё? Верни дом! Это админу, надо писать, чтобы он тебе дом вернул. Сука, верни дом! Пиши админу. Админ. Встань на середину, он сказал встать на середину, если ты исправишься, он тебе все вернет. На середину дома встань. Ой. Орецы. Чё происходит? Я у тебя недалеко. Второй раз. Офигеть, у тебя полдома нету. Полдома. Сука. Полдома нету у тебя. Блядь, ну ты пидор. Я сейчас всё админам пишу, ты не нужен здесь пердули совершенно. Ох, слава богу. Блядь. Я всё. Меня, слушай, мне админ не верит, он друг что ли твой? Иди ты нахуй, блядь, сушки, тебя забанили, пидор ты. Нихера, не... чё у тебя здесь пропали? Чё-то ресы. Потому что ты гандон, сука! Гандон, сука! Г-А-Н-Д-О! Ты можешь не ругаться. Иди нахуй! Блядь! Сука, это чё за хуйня? Происходит что-то непонятное, серый. У меня одного лагает? Блядь, да нет, прикинь? Меня кто-то убивает постоянно. Прикинь, чё, я домой к себе пришел, у меня полдома нету. Блядь, у тебя дом есть. Приди, пожалуйста. А как я тебя приучу? Я тебя приучу, если ты мне дашь вещи из своего сундука на первом этаже. Чего?
Из сундуков, если ты мне вещи отдашь на первом этаже, тогда я тебя приучу. Я тебе только пососать дать могу. Блядь, что за хуйня, я сундуки открывать не могу. Ебучий сервер, блядь. Лагает, да? Сука, верни резы. Это ты, сука. Я? Да. Как? Да ты пидор, сука. Бля, куда резы деваются, ресурсы мои любимые. Мне админы говорят, что у тебя полно ресурсов дома. Ты вообще... Потому что ты пидор, блядь. Слушай, мне говорят... Мне спрашивают, банить тебя или нет. Блять, да себя забань, хуй свой засоси, блять. Сунь его в раковину и придави, блять, его чем-нибудь утюгом каким-нибудь, блять. Я рад буду и все на видео запиши. Да нахрен ты мне сдался. Слушай, я сейчас скайп тогда сбрасываю. Ой, да сбрасывай хоть хуй свой. Я сейчас все, ты мне не нужен, я обиделся на тебя, я пишу админам. Надеюсь, я... Дом, блядь, вер... А-а-а, сука, верни дом. Какой дом? Мой! А как я верну-то? Гандон, сука, это ты сделал. Я ничего не блядь! Делал. Блядь! Ты придурок, больной! Блядь, не ори, блядь! Ты меня уже все уши оторвал! Блядь, не ори! Е- все, админам, админы тебя говорят банят, все. Тебя банят, все. Тебя еще никто не банил, придурок. Олень. Да. Тебя никто не банил, написано тебя кикнули сервером за. Блять. Забанили тебя! Да, грифер ты, потому что грифер! Сбанить грифера всегда надо! Банить! Сука, ну верните мне все, а пожалуйста, я больше не буду, а! Дом у тебя хороший был, конечно. Пососи, пожалуйста! Дом у тебя был замечательный, замечательный. Ты, сука! Ты бесишь, ты плачешь? Погоди. Сука. Серьезно плачешь? Не, реально. Ты скажи. Знаешь, как долго я это все собирал, блядь? Знаешь, сколько я таких долбоебов, как ты, убивал, блядь? Я тебя реально расстроил? Погоди, если ты серьезно плачешь, я могу все вернуть, реально. Верни, пожалуйста. Нет, ну я не верю, что ты плачешь, мне кажется, ты обманываешь. И тебя забанят в Майнкрафте, и ты никогда не сможешь зайти в Майнкрафт, потому что ты пидор. Понимаешь? И все, я захожу на сайт Mojang, все. Все, до свидания, ты меня раздражаешь. Иди нахуй, блядь, сука, чтоб ты сдох. Меня этот парень выбесил. Выбесил своим поведением. Ребят, сет варп. ООО 4О. При... Не понял. А, ну да. Сет варп. ООО 4О. Пишите сюда, приходите, друзья мои. Здесь вас ждут ресурсы. Забирайте дом, дом полон ресурсов. Я вас жду на сервере. И... Приходите сегодня вечером на сервер, будет раздача. Регион Осман, да? Регион Делете Осман. Все. Ну, это был грифер очередной, я его нашел. Жду вас всех здесь, будет раздача. И скидочки на лорда, заходите, ссылочка в описании. Все, все ждем, друзья, ждем. А грифер, гриферить не надо, ребят. Можете попасть на видеоролик. Не надо, всем пока, пока-пока. Друзья, он предложил мне свой канал продать, отдать, чтобы я его разбанил. Придурок, баран, канал свой отдать хочет, смотрите, это реально он, слушайте, ну я, чтобы верили, ссылка на этот канал в описании, хотите, не знаю, что хотите, делайте, посмотрите, я не, вот как оно есть, он что-то снимает, я не знал, серьезно, вот он какой оказывается, ладно, пока всем, вы все поняли, короче. Просто я уже сбросил на трубку, а он мне начал вот это писать. Ладно, всем пока, друзья.